Всем привет. Продолжаем знакомиться некими данными из Библии. Сегодня мы узнаем, кто такая была Иаиль. Иаиль – женщина из родственного евреям племени Кинеев. Ее имя упоминается в Библии в связи с совершенной ей убийством Сисары. Сисара был начальник враждующего евреям хананского царя Иавина. Разбитый, преследуемый победоносным Вараком, а Варак – это израильский полководец. Сисара укрылся в шатре Иаили, которая сперва напоила его молоком, а после того, как он уснул, взяла кол от шатра и молот, подошла к спящему Сисаре и вогнала кол ему в висок с такой силой, что он пробил череп Сисары и пригвоздил его к земле. Серьезная женщина. Последующие 40 лет были мирными для Израиля. Подвиг Иаили навсегда запечатлен в высокоторжественной песне Варака и Деворы. Ну вот так вкратце о Иаили, женщине из родственного евреям племени Кинеев. И то, что она сделала. Пока-пока. Всем привет. До свидания. Смотрим картину.